23-летняя Белла Хадид, устроила горячую фотосессию во время домашнего карантина. Звезда запечатлела себя в дерзком купальнике в период пандемии коронавируса, топ-модель изолировалась в собственном особняке. Заскучав в четырех стенах, Белла решила позагорать в саду. Самая красивая женщина в мире надела вельветовое мини-бикини и сделала селфи в чувственной позе. Белла отказалась от макияжа, отдав предпочтение натуральному образу. «Мне повезло. Получаю витамин D», — подписала снимок Хадид, намекнув на солнечный загар. За несколько часов фото Беллы собрало больше миллиона лайков. «Идеальная горячая. Словно луч солнца, этот кадр сразил меня», — прокомментировали пользователи Instagram. Супермодель также поделилась снимком из новой фотосессии для Vogue Greece. Хадид в красном джемпере и микрошортах, лежа на полу, продемонстрировала бесконечную длину стройных ног. В этом же фотопроекте Белла снялась топлес. Топ-модель игриво прикрыла руками обнаженную грудь, позировав у стены. Младшую сестер Хадид также сфотографировали в блестящем бра и шортах. Белла застыла в эффектной позе, показав стройное тело в интересном ракурсе. Ранее звезда примерила экстраординарные аутфиты для корейского глянца. Хадид предстала на фото в стрингах и без бюстгальтера, а также в БДСМ-нарядах. Эксперты красоты объявили Беллу самой привлекательной женщиной планеты. Исследователи пришли к выводу, что лицо Хадид максимально соответствует золотому сечению.